Мне даже временами хотелось, чтобы моя отрубленная голова легла в мясном отделе общечеловеческой распродажи, чтобы ее покупали и ели мои мозги, чтобы запекали мои глаза в раскаленном. И люди, которые вроде бы так близки, ложащиеся в гробы, как подарочные упаковки, когда-нибудь все вспомнят и все поймут, и, возможно, наверняка очнутся, прозреют, заговорят, вырвавшись из циферблата. Держащего треснувший мир, как вселенский домкрат. Братская могила земного родства, избыточных мечтов. Такие все аккуратные, за исключением алкашей, жмурки изгоев. Пору снова выкрасить у Бога меч, что перекосит без разбора и жидов, и гоев. Интересно, что-нибудь останется, но основной вопрос: как прежняя тварь дрожащая, или же право имею, мир соприкасается с душой, производя мороз. И за это стоит сказать спасибо не только древнему змею, но и себе, и тому, что было до тебя, до меня, до человечества в теперешнем нашем убогом значении, что там была сила огня, если люди бегут оно мне. Зачем входить в реку, если не чувствуешь ее течение? Проще позагорать на пляже, стать сексуалом хотя бы на пару недель. Отпускной сезон завершится быстро, неотвратимо. Он уже где-то рядом, мой последний предел. Смерти прошедшей мимо меня иногда меня бывало, жаль, что мимо. Зачастую хотелось так, что больше сюда ни ногой, ни взглядом, ни единым видом. Электричество светит, но не согревают его огни. И под звездным небом человеку естественный разговаривает с Богом. Здесь не может быть двусмысленности, недосказанности, истинно не грешит. И без различных вихрения человеческой спеси, пролетая над пропастью, то ли ржавчины, то ли ржи, вдруг удивляешься тому, что давно ничего не бесит. Не крикливость ковару, но не закатившись от плиту сласть. И что из того, что еще вчера доводила жилы до дрожи? Надеюсь и верю, что ниже уже не упасть. А любой человек бесценен, даже тот, кто хочет продать себя подороже. Любой человек бесценен, даже тот, кто хочет продать себя подороже.